Сегодня утром через то слово, которое я читал перед вами, в Сунаме жила одна богатая женщина. В корейской Библии написано, что была дорогая женщина, но не написано ее имя или фамилия. Она жила вместе с пожилым мужем. Я никогда с ней не встречался, мы не беседовали друг с другом. И кроме той информации, которая есть в Библии, у меня нет никакой другой информации о этой женщине. Однако, когда мы читаем Библию, мы можем увидеть у нее такое сердце, которого не было у другого. Именно ее глаза, которыми она смотрела на человека Божьего, полностью отличались от взгляда других людей. Да? Человек Божий тоже человек. И казалось бы, нужно ли уважать человека Божьего? Если бы она так думала, она бы и так не поступила. Но когда слово пророка попало в ее сердце, в ней начал формироваться новый внутренний мир. Она познала Господа, получила милость. С внешней точки зрения, у нее нет ребенка. Кажется, что с пожилым мужем они живут вместе вдвоем в одиночестве. Однако после того, как она познала Господа Бога, да, я не знаю, как она смогла получить это прозвище «дорогая женщина». Однако ее сердце заполнилось любовью к пророку Божьему. И каждый раз, когда приходил Елисей в ее город, она угощала его у себя дома. И Елисей был благодарен ей за то, что она постоянно его принимает. И она была благодарна, что пророк посещает ее дом. Конечно, мы не знаем, она кормила только или давала также и средства на дорогу. Но точно мы знаем, что у нее была любовь к человеку Божьему. Да, после ужина пророк возвращается домой. Она спрашивает, а вы куда идете? А, вы не переживайте, у меня есть место для ночлега. Она не знает, где пророк Елисей будет ночевать, но он уходит. Но у нее не было условий, чтобы принять его у себя. Однажды она подумала, у нас ведь широкий, большой дом. Если мы построим второй этаж, поставим стол, кровать, светильник, тогда пророк Елисей сможет прийти и находиться. И до вечера мы будем общаться друг с другом. Соседи смогут прийти и слушать слово. И то сердце, которого у нее не было, начало образовываться в ней. Она много размышляла. Интересно, как же это сделать? Надо просто построить второй этаж и сделать комнату. Но мой муж уже в возрасте. Ему будет непросто это сделать. И она думает, надо ли просить у него или нет. Да, разные мысли появлялись у нее. Но однажды она сказала мужу. Муж был уже в возрасте, поэтому будет для него большим бременем строить. Но муж согласился. И этот мужчина, который начал, да, работать, он начинает срубать сосна в горах. Да, взял молоток и раз ударил, два раза. Передохнул немного.
И эта женщина не просто отправила своего мужа в горы. Она идет вместе с ним. «Ой, дорогой, ты отдыхай иногда». Она была очень благодарна, что ее муж специально ради нее трудится и собирает дрова, чтобы построить дом. Муж спрашивает: «Дорогая, но ведь это тебе нравится, я обязан это сделать. Неужели тебе так нравится пророк?» «Да, дорогой, потому что я никогда не слышала такое слово». «Ну, я не знаю, что это за слово, потому что я не понимал, что он говорит». Однако в сердце санамитянки сохранилось то драгоценное слово, которое дороже, чем сокровище. «Ой, дорогой муж, пожалуйста, ты отдохни немного. Давай я расскажу то слово, которое я слышала в прошлый раз». И сердце Иисуса Христа, которое было в сердце этой женщины, передается мужу. И теперь они делают то, чего раньше они не делали. Знаете, строить дом непросто. Да, даже если это небольшой дом, в те годы не было хороших инструментов, не было молодости. Может быть, не умело, но они строят комнату, чтобы человек Божий мог спокойно жить в том доме. Муж говорит: «Дорогая, я впервые вижу, чтобы ты радовалась из-за того, что мы построили дом. Если бы я знал, что тебе так будет это приятно, то уж несколько лет тому назад бы построил бы». «Ой, дорогой, ты уже в возрасте, поэтому я думал, что ты откажешься. Но теперь человек Божий может прийти к нам домой и отдохнуть. Он может есть вместе с нами, может отдохнуть, он может молиться. И какая бы проблема у нас ни возникла, мы сможем через человека Божьего разрешать все». Муж чувствует огромную любовь к своей супруге. Жена же очень счастлива. Муж радуется. Мужу тяжело, однако он начинает строить дом. Это очень обычная история. Здесь ничего особенного нет. Да, сегодня многие люди не смогут словами описать всю благодарность к Богу. Есть то, за что я очень благодарен Богу. До 19 лет я ходил в церковь. Однако я не знал, как можно получить прощение грехов. В 62-м году у меня были очень многие трудности. Я очень любил Иисуса. Однако у меня не было ничего, что я мог бы сделать ради Христа. Я читал Библию, читал и перечитывал. Я молился перед Богом и просил, чтобы Бог простил мои грехи. Но в то утро я изменился. Я всегда молился. Но когда я открыл глаза после молитвы, то сердце, которое у меня не было, образовалось. Именно то сердце, что Иисус Христос очистил мой грех. У меня появилось сердце, что Иисус очистил мой грех. И моя жизнь начала меняться. Я начал читать Библию. В Библии нет ничего сложного. Нет ничего трудного. Почему? Потому что в Библии десятки раз, сотни раз рассказывается о том, что наши грехи прощены. Особенно, когда я передавал в это слово, я читал к Римлянам 3 глава 23-24 стих.
23 стих говорит, потому что все согрешили, лишены славы Божией. Этот стих говорит, что все мы грешники. Мы согрешили, и мы лишены славы Божией. Почему? Из-за греха. Грешник не может достичь славы Божией. Но к Римлянам 3 главе 24 стихе написано, что мы все согрешили, мы злые, мы грязные. Мы беднейшие люди, которые должны получить проклятие из-за нашего греха. Все, кто сегодня находится в этом зале, конечно, это неправда. Но, допустим, есть какой-то человек в этом зале, да, и этому человеку Бог говорит: «Ты грешник, ты не достоин стать передо мною, не подходи ко мне, уходи от меня». Ты не можешь достичь меня. Как ты мог прийти, будучи грешником, ко мне? Если Бог так скажет, представляете, как ему будет печально? Представляете, какое отчаяние наполнит ее сердце? Он бы со слезами ушел бы из этого зала. И к Римлянам 23 стих говорит именно об этом. Как, будучи грешником, ты можешь стать предо мною? Нельзя. Если бы так Бог сказал, вы представляете, как будет печально. Однако 24 стих говорит нам очень интересную вещь. Я очень часто обращаю внимание, что корейский язык и английский язык отличаются. Сегодня есть люди, которые говорят, что перевод King James Библии, да, является настоящей Библией. Но так говорят настоящие глупые люди. Знаете, я не изучал английский язык, я плохо знаю английский язык. Однако точно могу сказать, я однажды поехал в Израиль и приобрел Библию. Библию на английском языке. Это Библия, которой пользуются иудеи. Я положил перед собой эту Библию. Есть несколько вариантов перевода Библии. И одна из них, самых, так скажем, влиятельных, это King James перевод. Говорят, что король Джеймс из Великобритании приказал перевести Библию, поэтому называется версия Ким Джеймс. Поскольку это было давно, сейчас появилась новая версия, New King James перевод. И когда я хочу знать какие-то вещи подробно, я открываю перевод New King James и начинаю читать. Но одно, что я точно могу сказать вам, это то, что чем корейская Библия, Библия Ким Джеймса на 1/3 больше содержит слов, чем корейская. Почему это? Потому что для того, чтобы объяснить, нужно начать рассказывать про английский язык. Это не восточный язык. Восточный язык был создан на основе именно духовного представления Востока. А западный язык же, он образован на основе материальных вещей. Например, есть очень простой пример, чтобы отличить восточный и западный язык. Например, умерла собака. Правильно? И говорят, умерла собака. Или умерла свинья. Или умер бык.
Ну, ничего страшного нет. В английском языке тоже. Говорят «дай», да? И собака, и курица, все умерли, так говорят. Однако корейцы, они имеют именно духовные, так скажем, основания. Когда умерла собака, говорят, собака умерла. Но когда отец ушел из этого мира, то не могут сказать, что отец умер, потому что это получается, что отец и собака наравне. Ни в коем случае в Корее не скажут, что отец умер. Потому что скажут, как это слова, которые используют по отношению к собаке, можно использовать по отношению к отцу. Да, и поэтому, да, отец умер, но не говорят, что он умер, а говорят, например, возвратился. Или по зову Господа Бога он вознесся, говорят. Или ушел из жизни. Просто слов «умер» недостаточно для того, чтобы выразить печаль, да, потери отца. Но, например, есть очень злой человек. Прямо злой-злой человек есть. И не хочется сказать, что он умер. Тогда говорят «сдох». В английском языке нет такого слова, которое может ясно это передать. Да, «ушел». Да, «отпустил ложку». Поскольку западная культура, она не основывалась на таких духовных вещах, поэтому очень сложно выражать подобные вещи. В английском языке, когда свинья умерла, или собака, или отец, или плохой человек, говорят «умер». Если привести еще пример, однажды я передавал слово в Америке. Я сказал, что в Корее у людей очень много привязанности. Слово «affection» не может передать то значение, которое имеет слово «чон» в корейском языке. Вот именно привязанность людей. И мой переводчик тогда хотел как-то перевести, и потом он сказал, что у корейцев много любви. И тогда некоторые американцы засмеялись, сказали, как это у корейцев много любви. Есть разница все-таки между восточной и западной культурой. Библия же была написана в восточной культуре. И очень часто есть, встречаются моменты, которые в английском языке не переведены хорошо. А также в английской Библии намного больше слов, чем в корейской. Когда мы слушаем историю о блудном сыне или об Иисусе Христе, если читать историю о блудном сыне в английском варианте, а потом читать на корейском, тогда вы сможете почувствовать особую разницу. Именно эта история начнет касаться вашего сердца. Если перед собой положить несколько версий английской Библии, я читал выражение «сономитянка». В английской Библии не написано, что она была дорогой. Есть разные другие слова. Поскольку Иудея — это восточная страна, она намного ближе с корейским языком, чем с западными языками. Именно от маленького определяется наше сердце.
Поэтому, если бы я читал бы Библию на английском языке, то я думаю, что я никогда не смог бы так проповедовать, как сейчас. Духовные вещи, именно те вещи, которые касаются нашего сердца, можно только почувствовать, читая Библию на корейском языке. Эта женщина была израильтянка. Она после встречи с Господом, ее начала переполнять благодарность, которого не было никогда до этого. И с человеком Божьим она могла общаться. И Господь Бог начал занимать большое место в ее сердце. Не просто «О, я благодарна», а что-то ведет ее сердце. В чем причина, по которой я не могу не читать Библию? Все мы получили прощение грехов. Да, после того, как получили прощение грехов, так радуются, что не знают, как выразить эту любовь. Есть такие люди. Да, не все, но есть люди, которые веселятся, но проходит время, идет время, радости становится все меньше и меньше, а жизненных проблем становится все больше и больше. И та радость, которая была раньше, начинает уменьшаться. И дьявол делает, чтобы мы отдалялись от Господа Бога. С 46-го года, почти 50 лет, по особой милости Господа Бога, на протяжении 50 лет я учил служителей. Почти 50 лет воспитывая служителей, наверное, чуть меньше 50 лет, ровно 46 тому назад я начал воспитывать служителей. И каждое утро я воспитываю учеников миссионерской школы. С 8 утра до 10 часов дня я 2 часа в день учу братьев. Мне много хочется рассказать им. Многое хочется дать им. Конечно, нельзя так говорить. Но если здоровье позволит, и Бог позволит, тогда 10 лет хочу еще учить служителей. Почти 45 лет я учил служителей. Знаете, какая самая большая проблема служителей? Это то, что они возвышают свое сердце. Когда наше сердце становится немного гордым, я верю в Господа Бога, однако то сердце, которое любило Господа, уменьшается. Именно любовь к Богу уменьшается. И когда мое отношение к Богу ухудшается, как вы думаете, что отберет тогда наше оставшееся сердце? Жизнь, работа, деньги, человеческие желания будут занимать то место в моем сердце, которое должно принадлежать Богу. Да, они ходят в церковь, они молятся, читают Библию, прославляют Бога. То сердце, которое я раньше получил от Господа Бога, постепенно начинаем терять. Когда я читаю книгу о Соломоне, я так удивляюсь, потому что он сказал очень много дорогих вещей. Но после того, как он стал царем, он стал гордым. Он стал гордым.
И несмотря на то, что он сказал хорошие слова, он не смог сам сдержать эти слова и начал жить распутной жизнью. Без любви к Господу Богу. Скажите, какой силой мы сможем побеждать наши плотские желания? Наша плоть всегда говорит о том, что хочет есть. Если холодно, плоть делает, чтобы мы чувствовали всегда холод. Наша плоть делает, чтобы мы всегда чувствовали усталость. Если не Господь Бог, что может нам повлиять на нас? Если влияние Господа Бога к нам будет отдаляться, уменьшаться, мы будем следовать за плотью, мы будем обмануты дьяволом и будем, в конце концов, даже противиться Богу, и будем противиться церкви. И так дьявол с большой скоростью начинает искушать людей. Юда Искариот был учеником Иисуса. И прошло даже меньше 3 лет, но он предал Иисуса. Сделал, чтобы Иисус умер. Дьявол делает намного мудрее и хитрее, когда искушает нас. Поэтому после того, как мы получили спасение, мы участвуем на собрании. Да, сейчас я здесь с коронавирусом, мы смотрим слово через видео. Но есть те, которые немного опаздывают на собрание. Да, конечно, мы можем немного опоздать. Однако, если мы хладнокровно рассмотрим эту ситуацию, если я действительно люблю Бога, то прийти чуть-чуть пораньше и молиться перед Богом, размышлять над Богом и приготовить свое сердце к Слову. И тогда, когда ты просто подбегаешь, да, и слушаешь Слово, отношение уже другое. Скажу честно вам, как бы я ни старался понять тех людей, которые опаздывают на собрание, но у меня не получается их понять. Да, я согласен, что у каждого есть свои обстоятельства, трудности или препятствия. Да, я не мог всем это сказать. Казалось бы, это маленькая вещь, что здесь такого страшного? Но постепенно наше сердце отдаляется от Господа Бога. И спасенные люди не ведут духовную жизнь, впадают в грех, впадают в мысли, противятся Богу, противятся церкви. Вы думаете, они так делают, потому что хотели? Нет, потому что это они были искушены дьяволом. Например, положить ребенка у реки, это же опасно. Человек будет чувствовать беспокойство. И поэтому те семьи, у которых есть дети, они не делают бассейн у себя дома, правильно? Конечно, когда есть родители дома, ничего страшного в этом нет. Да, родители всегда будут с детьми. Но тогда, когда дети будут одни без родителей, когда дети без родителей войдут в бассейн, только страшно представить, как это может произойти. Поэтому родители или закрывают бассейн, или вообще убирают бассейн в том доме, где есть дети. В Америке порой происходят случаи, когда дети тонут в бассейне. И тогда бассейн становится для этих людей трагедией, бедой. Когда дома есть бассейн, прекрасно, хорошо. Ты можешь никуда не уходить, просто у тебя есть бассейн в доме. Можно поплавать и начать сразу день. Однако, они не делают бассейн не потому, что им не нравится, а тогда, когда нет в доме отца. Когда маленькие дети играются в бассейне, есть вероятность, что они могут утонуть в бассейне. И поэтому, хотя сделали бассейн, закрывают на ключ,
Но все равно могут не закрыть дверь. Если родители представляют, что дети могут войти в бассейн, когда их не будет дома, тогда родители не очень будут любить бассейн, который находится дома. Конечно, редко, но в Америке бывают такие случаи, когда дети погибают в бассейне. Они не хотели, они были осторожны. Но если ценят ребенка, то нехорошо делать бассейн у себя дома. Да, бассейн нужен. Не только бассейн. Может, прямо сейчас это не опасно. Однако очень многие люди ведут духовную жизнь, имея опасные вещи для духовной жизни. Например, когда дома есть бассейн, бывает, что дети одни остались дома. Дети говорят, я вернулась со школы, да, пришел, жарко, поэтому решил поплавать. Да, есть те вещи, которые мы не можем все предположить. И поэтому дома держать бассейн нехорошо, когда есть дети. Лучше на машине поехать в бассейн. Почему? Потому что редко, но все равно происходят случаи, когда дети тонут в бассейне. Совершенно верно. Какой родитель хочет, чтобы дети погибли в бассейне? Когда дети погибнут, они будут плакать, говорят, зачем я сделал бассейн у себя дома? Конечно, редко. Но бывают случаи, когда дети тонут. То же самое, редко, однако, бывает, что мы разрушаем нашу духовную жизнь. Впадаем в алкоголь, наркотические вещества, попадаем в игры. Но не только это. В общем, многие люди оставляют опасные вещи. Те условия, которые намного страшнее, чем бассейн. Ни о чем не думая. Есть люди, которые ведут духовную жизнь, как люди этого мира. Вы знаете, насколько это ценная духовная жизнь? Вы представляете, насколько это ценно то, что мы можем слушать Евангелие? Вы знаете, насколько это дорогое, что мы им получили спасение? Говорят, 2 миллиона человек слушали Слово во время пасхального собрания. Я не мог в это поверить. Был перевод на английский, на испанский, на французский, на китайский и на корейском проповедовалось. Сестра Ли Чамми, которая переводила на испанский язык, она свидетельствовала. В тот день, когда я закончил слово, четыре тысячи слушателей на испанском языке написали комментарии, что они получили спасение. 4000 человек написали комментарии, что получили спасение. Обычно после того, как получили спасение, писать комментарии непросто. Что значит 4000 человек оставили комментарий, что получили спасение? Это значит, что 40000 человек получили спасение. Это только людей, которые используют испанский язык. А мы переводили еще на английский, на французский и еще на китайский. На 5 языках транслировалось слово. Можно сказать, что 50 тысяч человек получили спасение. Когда мы проводили семинар на английском языке, да, я говорил на корейском и переводили на английский, но в других телерадиокомпаниях идет уже на их языке. Мы сказали, что с 10 мая мы хотим проводить библейский семинар.
У нас за границей примерно 200 миссионеров. И где-то местных служителей 1400 служителей. И мы им всем сказали. С 10 мая у нас будет библейский семинар. Поэтому, пожалуйста, узнайте в телерадиокомпаниях, они смогут транслировать наши проповеди. Скажите, какая компания согласится, что проповедь, которая длится 90 минут, будет транслировать 11 раз? Не может это быть. Тем более, мы даже не платим. Но что было удивительным? Когда мы хотели провести этот семинар, в Корее не так сильно, но в других странах из-за коронавируса люди не могут выходить на улицу. И они страдают из-за того, что они постоянно дома. А в телерадиокомпаниях сказали, что в этот раз будет проповеди, которые помогут для тех людей, которые находятся в самоизоляции. И два раза больше людей будет слушать слово, чем планировалось. И что удивительно, что все телерадиокомпании согласились транслировать проповеди. Даты отличались. Знаете, они проверили, о чем проповеди, и прослушав, они согласились транслировать эти проповеди. Сначала говорили, что только 1 миллион будет слушать слово, но потом эта цифра росло и стало 900 миллионов. Я подумал, как это стало возможным? Да? Служители приходят, говорят: «Здравствуйте, директор, мы из миссии Good News. Пожалуйста, транслируйте наши проповеди. Пастор Пак будет проповедовать слово. Слово идет 90 минут. Всего 11 часов. Можете транслировать наши проповеди?» Сотрудники засмеются, услышав это. «Ой, хорошая идея. Но у нас тоже есть наши программы». Наверное, так сказали. «Но даже поменяв программу, они транслировали. Это Бог помогал. Бог открыл такой путь». Даже в телерадиокомпаниях с радостью транслировали наши проповеди. В одной телерадиокомпании отменили трансляцию, тогда слушатели начали просить, и поэтому они были вынуждены транслировать. Когда я захожу в интернет и смотрю их благодарные письма ко мне, знаете, хотя это правда, но мне было трудно поверить, что это правда. И последнее, что я могу сказать об этом, это то, что Бог сделал. Иными словами, я не могу объяснить это. Бог, спасибо тебе. Я был так благодарен, что не мог спрятать свою радость. Я сказал нашим служителям: «Мне так радостно, поэтому все, что хотите, просите, я сделаю». Но никто у меня ничего не просил. Я подумал, а может, мою машину потребуют? Но я был готов отдать свою машину даже. Но никто не просил, и уже поздно. Я был очень благодарен. Это есть разница сердца. Получил спасение, получил прощение грехов. Иисуса Христа, который пролил кровь за нас. Есть люди, которые даже не хотят вовремя приходить на собрание. А есть люди, которые считают, что я готов отдать свою жизнь, и этого будет недостаточно. Есть люди, которым не жалко отдать даже всю свою жизнь ради Христа. А в чем разница между этими людьми? Разве мы верим в разных Иисусов? Нет, мы верим в одного того же Иисуса. И тот человек, который не имеет веры к Нему, и тот, который имеет веру.
есть внешняя сторона Иисуса. А чем мы глубже входим в Иисуса Христа, мы сможем увидеть, насколько это удивительный Бог. Чем мы ближе к Иисусу? Безграничная благодарность будет переполнять нас. Знаете, почему я стал пастором? Когда я получил прощение грехов, я был очень рад. Я тогда ходил в пресвитерианскую церковь. Я получил прощение грехов. Я был благодарен. И мне хотелось выразить свою благодарность к Богу. Хоть что-нибудь я хотел сделать. Хотел немножко пожертвовать Богу. Но поскольку у меня не было работы, на протяжении года я не мог собрать даже копейку. Прошел месяц, 2 месяца, 3 месяца прошло. Я ведь получил прощение грехов. Ведь что-нибудь надо сделать Богу. Послушайте, пожалуйста. Я не мог представить, что я стану пастором. Я считал, что я недостоин быть пастором. Моя сестра сказала: «Оксу, ни в коем случае не думай стать пастором». Из-за того, что у меня короткий язык, у меня было очень плохое произношение. Когда моя супруга вышла за меня замуж, она сказала: «Сатитанё». Я не мог точно сказать 33. Да, после спасения я очень много тренировался, чтобы правильно произносить, и исправился. Однако я не мог представить, что я могу стать пастором. И я тоже сестре говорил, что я не стану пастором. Может, не стану пастором. Но ради Христа мне хотелось хоть что-нибудь сделать. Это был поствоенный период. И поэтому в стране не хватало мужчин. И в нашей деревне было много домов, где не было мужчин. Среди одноклассников 30% это были дети, у которых не было отца или матери. Знаете, война — это очень жестокая вещь. Когда из-за каких-то дел я посещал дома, где живут только одни женщины, дома были соломенные крыши, и когда шел дождь, протекала крыша, но они ничего не могли сделать, поэтому подставляли просто тазик или ведро. Или когда на стене появляется трещина, тогда дым из печки полностью заполнял комнату. И я обнаружил эти 2 вещи. Я подумал, я могу заменять соломы на крыше. Я могу делать ремонт в комнате. Господь, если можно, я хочу этим делом заниматься ради Тебя. Я представил себя уже в пожилом возрасте. Я говорю: спасибо, я уже все отремонтировал, женщина. Можете дать стакан воды? Да, и выпью стакан воды. И выхожу из того дома. Я представил, что до пожилого возраста я буду так жить, и я чувствовал большое счастье. Если для нуждающихся людей я могу таким быть полезным. Есть такие слова в одном гимне. Как такое может быть? Христос умер за меня. Как бы я ни плакал, я знаю, что слезами я не смогу поблагодарить Богу, поэтому у меня есть это тело я даю Тебе, Господи.
Я представил, что я кому-то буду ремонтировать крышу. Могу ремонтировать комнату. Если это будет ради Господа, я готов был делать и это дело. И так я определился в своем сердце. Вы простите, сейчас я даже не могу ремонтировать крышу. Сейчас на горе Тедок ремонтируют крышу. И знакомый пастор Ли Мичоля, он все посчитал, сколько это будет строить. И говорят, что за 42 тысячи поменяют полностью крышу в нашем конференц-зале. Да, сейчас не используют уже соломину для крыши, есть современные технологии. И я не могу этим заниматься. Однако я дал себя Господу Богу. И в жизнь, в которой я служу Богу, я видел, в такой жизни Бог мне помогает. Знаете, я не умный, я не особенный человек. Но пока я читал Библию, я смог ясно обнаружить, как мои грехи были прощены. И когда я объяснял это слово, я видел, как люди получают спасение. Я видел, когда я передаю слово, которое я понял через Библию, люди, слушая это слово, меняются. Да, люди называют меня пастором, когда обращаются ко мне. Я часто спрашиваю у себя, неужели ты пастор? Ты пастор? Я считаю, что это выражение не подходит мне. Однако Бог помиловал меня. И по благодати Господа Бога я мог жить до сегодняшнего дня. У санамитянки было сердце, которое любило Бога. Да, ее муж уже в возрасте, поэтому просить у него что-то строить, это тоже непросто. Она понимает, что это очень сложное дело для мужа. И кажется, что это невозможно. Она несколько раз обдумывала свою мысль. Но потом подумала, ну, может сказать все-таки. Может, сердце может поменяться. И чтобы пророк находился у нас дома. Может, он сможет у нас отдохнуть тогда. Знаете, это не за один день появился у них дом. Да, она думала, это возможно. Можно ли просить у мужа, чтобы он построил дом? Но это не просто. Но у нее сердце было любовь к Господу Богу. Они добывали дерево на горе во время перерыва. Жена говорит мужу, дорогой, я много не могу сказать, но одно я могу сказать. Я счастлива, что стала твоей женой. Это очень тяжелое дело, тяжелая работа. И поэтому я не хотела сначала просить у тебя. Несколько раз я думала, говорить или нет. Я знаю, что если человек Божий придет к нам домой, мы получим благословение. Однако это тяжелая работа для тебя. И я думала, что ты не согласишься строить дом. Потому что даже мне было понятно, что это тяжело. Но я решила попросить у тебя. Потому что я познакомилась с человеком Божиим. И тот мир, сердце, которое я получил от него, он такой великий. И зная, что для тебя сложно, трудно и бремя, несколько раз я себе говорил, что нельзя, нельзя. И
Но, дорогой, ты не представляешь, как я была благодарна, когда ты сказал, «Хорошо, давай построим комнату для человека Божьего». Есть мужчины красивее, чем ты. Есть умные мужчины. Но когда я увидела, как ты ради меня взял в руки пилу, топор, чтобы построить дом, я поняла, что я встретила самого лучшего человека в мире. Муж говорит, ой, дорогая, я не думал так серьезно. Просто тебе это нравится, поэтому я решил построить комнату. Мне больше нечего сказать тебе. Ой, дорогой, а я благодарна тебе. Я счастлива, что встретила такого человека, как ты. Да, ты не молодой. Но у них был мир души. У них было сердце, которое любило Бога. На самом деле, срубить деревья, потом сделать из них доски, забивать гвоздь, сделать дверь, сделать украшения, это непросто. Тем более, он не молодой. Это трудная и сложная работа. Жена говорит, да, я знаю, что непросто тебе об этом просить. Но, дорогой, я действительно хотел построить комнату, чтобы человек Божий находился у нас дома, чтобы мы могли его угощать, чтобы мы могли слушать его слово, чтобы мы могли познать любовь Господа Бога, чтобы мы стали ближе к Богу. Да, другие люди, они заняты тем, что они зарабатывают, чтобы заполнить свое чрево. Я размышлял над словом, которое из Библии. Почему же в Библии написано, что это дорогая женщина? Здесь нет ее имени. Почему же в глазах Бога она была дорогой? Может быть, в глазах других людей она недорогая. Но в глазах Господа Бога построить дом непросто, зная, что ее мужу будет сложно. Но когда она смогла построить дом, Бог даровал ей сына, о котором она только мечтала. Затем, если вы прочитаете историю, ее сын умирает из-за болезни. Я посмотрел, как она поступит в такой ситуации. Она встала, обняла мертвого сына и идет в комнату пророка Елисея. Открывает дверь, и нет еще в доме человека Божьего. Но положила своего сына на кровать человека Божьего. Да, Господи, мой сын умер. Он лежит на кровати человека Божьего. Пока человек Божий не воскресит моего сына, он не сможет лечь на эту кровать. Если он хочет отдыхать, пусть он приведет моего сына в порядок. И удивительные вещи происходят. Прошло время, когда ее муж умер. Прошло много времени. Был сильный голод в ее стране, поэтому из-за голода она уходила в другую страну. Потом вернулась, и не было способа вернуть свое имущество. И она решила просить у царя вернуть назад все. И когда она пришла, тогда царь позвал Гиесию к себе. И попросил, чтобы Гиезия рассказала, что делал пророк Елисей, когда он был жив.
И Гейзи рассказывает. Он рассказал, как снамитянка построила дом для пророка, и потом, как она смогла родить ребенка. Именно в этот момент эта женщина, которая жила в Самарам, она уезжала в другую страну, потому когда вернулся, у нее ничего не было, поэтому хотела обратиться к царю за помощью. И когда царь разговаривал с Гейзи, Гейзи говорит: «О, царь, это есть та женщина, о которой я рассказывал. А это сын, это тот сын, о котором я говорил». Царь удивился. «Это правда вы?» «Да, царь. Тогда я приняла человека Божьего у себя дома». И человек Божий призвал и спросил: «Что ты хочешь?» Я сказала, что я ничего не хочу. Но человек Божий пообещал, что даст мне сына. И так я смогла родить сына. А как ты здесь оказалась? Я была в другой стране и потом вернулась. Но я не могла найти свой дом. И тогда царь приказал своему подчиненному. И чтобы все, что принадлежало ей, вернули. До последнего мы можем увидеть, как Бог помогает этой снамитянке. Мы должны жить жизнью. Мы должны ходить на работу, зарабатывать деньги. Нам нужен дом, нам нужна машина, нам нужны деньги, чтобы воспитывать детей. И очень часто, когда мы впадаем в подобные дела, Господь Бог отдаляется от нашего сердца. Мы отдаляемся от Бога. Когда вы отдаляетесь от Господа Бога, тогда не Богом, а мыслью будут заполняться ваше сердце. Мысль о том, что надо зарабатывать деньги, мысль о том, что надо что-то сделать. Разные мысли будут заполнять вас. Да, может быть, у вас есть разные сложные мысли ради Господа. Ради Господа, оставьте ваши мысли. И приготовьте место для Иисуса, где вы встречаетесь с Господом, где вы Его любите, где вы Ему благодарите, где вы служите Господу. Тогда образуется то пространство, где Иисус Христос сможет пребывать в вашем сердце. И постепенно это место станет все больше и больше, а место для наших плоских мыслей будут уменьшаться. И тогда каждый раз, когда вы будете встречать разные проблемы, когда есть трудности, когда будут тяжести, Господь будет нас любить и будет благословлять нас и вести нас. Берегите ваши глаза ради Бога. Берегите уши ваши ради Господа. Берегите ваше сердце ради Господа. Берегите время ради Господа. Я желаю, чтобы вы получали любовь от Господа Бога.